Всем привет. Очередная маленькая зарисовка из Праги. Это скульптура Милоша Зета, и она называется «Юность». На постаменте стоит голый мальчик и смотрит вверх. Но туристы, увидев этого мальчика, очень радуются и натирают ему одно место. И говорят, есть такая легенда, если подержаться за это место девочки, то она будет рожать много детей. А если подержаться мальчику или мужчине, то у него будет очень все в порядке. Вообще не женщины. Вот такие дела. Все показал, посмотрели. Будете в Праге, обязательно зайдите. Находится эта скульптура в музее игрушек. Все, пока-пока.